И мы вас приветствуем. В эфире Вымпел. Здесь вы, как и всегда, уже на протяжении 3 лет можете узнать все самое интересное и актуальное из мира. Кино, сериалов, настолок, видеоигр и прочих радостей гиковской жизни. Да, мы с вами уже 3-й год. Фактически это старт 3-го сезона. Теперь официально снова вы, снова мы, снова этот шикарный красный плед. А значит, в ближайшие 15 минут вы узнаете все самое интересное и актуальное из мира гиковской индустрии. Ну а по традиции мы начинаем с нашей любимой «Смотри сегодня в выпуске». Цусима 2, ремастер Horizon, трансформеры, первый и DLC к Mortal Kombat 1. За летние каникулы ничего не поменялось, и традиционно наш выпуск начинается с новостной рубрики. Компания Sony представила Horizon Zero Dawn Remastered. Обновленная версия игры выйдет и на ПК, и PS5. Релиз состоится 31 октября 2024 года. Для улучшенной версии разработчики усовершенствовали графику и обновили диалоги, чтобы они соответствовали второй части. По словам разработчиков, в переиздание входят многочисленные графические улучшения, которые выводят игру на уровень Forbidden West по детализации, и это, безусловно, хорошо. Оригинальная игра вышла аж в 2017 году на PS4. Таким образом, релиз ремастер состоится спустя 7 лет после выхода оригинала. Как быстро летит время. Вспоминая, какой красивой была вторая часть похождения Элой, безусловно, косметические улучшения для природы мы ждем. Ghost of Yutei станет сиквелом Ghost of Tsushima. Действие игры развернется в 1603 году, спустя более чем 300 лет после оригинала. Приключение будет происходить в землях вокруг горы Йотей, возвышающейся в центре бывшей республики Эдза. Огнестрельное оружие, живописная природа, лайфстайл Ронина, ну, нововведений в сиквеле будет предостаточно. Это мы ждем уже в 2025 году. Тут и минутка хороших околосамурайских новостей из стана Ubisoft. Компания отложила релиз Assassin's Creed Shadows на 3 месяца до 14 февраля 2025 года. Причина — нужно больше времени на полировку игры. Ubisoft заявили, что приняли решение перенести Assassin's Creed Shadows, поскольку извлекли уроки из релиза Star Wars Outlaws. Дополнительное время поможет компании исправить баги и повысить производительность. Компания в том числе оказалась от традиционной модели сезонного пропуска, вернет средства за предзаказ, а всем, кто оформит предварительный заказ в дальнейшем, бесплатно предоставят первое дополнение для игры. Ubisoft сообщили, что Assassin's Creed Shadows выйдет в Steam одновременно с другими платформами. Это ли несчастье? Наша борьба наконец-то увенчалась успехом. Ubisoft планирует выпускать все свои следующие игры одновременно в Steam, собственном Ubisoft Connect. Небольшой ламповый скачок в теплое летнее прошлое. На Gamescom 2024 состоялся показ Dying Light The Beast. Долгожданное возвращение Кайла Крейна из оригинальной Dying Light состоится в отдельной игре, которая должна была стать просто дополнением к Dying Light 2 Stay Human. И как же хорошо, что The Beast выступит самостоятельным проектом, дистанцируясь от неуместно пестрой, фриковатой, RPG-шно-неуместно дебильной версии второй части. Даже хронологические действия игры развернется задолго до сиквела. Радует, что Techland позиционирует игру как мрачный триллер о мести, о жестокости, делая акценты на темноте, фирменном депрессивном фильтре и линейном сюжете. Долгая пауза между появлениями Кайла Крейна на игровых мониторах пошла игре явно на пользу. Актер озвучки Кайла Роджер Крейг Смит спустя 9 лет звучит так, словно сам за это время успел пережить небольшой апокалипсис. Релиз игры, скорее всего, состоится в 2025 году к десятилетию первой части. И напоследок новость буквально одной строкой. Потрясающей игрушки Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge выйдет очередное дополнение. Авторы популярного битэмапа анонсировали дополнение Radical Reptiles, в состав которого войдут 2 новых персонажа. Это Мона Лиза и Монда Гекко на стильном скейтборде. Ну, можно только порадоваться, что уже получается 3-й год игра получает свою заслуженную поддержку. Релиз дополнения уже состоялся 25 сентября, прямо в день презентации можно смело бежать играть, ну а мы можем смело рекомендовать, не глядя. Ну а недалеко от видеоигровых новостей у нас и рубрика, посвященная видеоиграм. И сегодня мы поговорим про DLC, свежие, горячие, словно пирожки из печки, к Mortal Kombat 1, Царство Хаоса.
Примерно год назад, как раз когда мы стартовали со вторым сезоном, мы говорили про Mortal Kombat 1 в контексте продолжения легендарной франшизы, перезапуска, перформанса Эда Буна. И вот сейчас, год спустя, когда вышло дополнение «Царства Хаоса», можно резюмировать, что нет, идея с мультивселенной, особенно в файтинге такого типа, это идея проигрышная. Потому что невозможно строить интересную историю, вместе с этим охватывая весь тот лор, который был у вселенной Mortal Kombat до этого, как бы это странно ни звучало, вместе с вот этой сервисной моделью и идеей мультивселенной. Warner Bros. Уже обожглась на идее с мультивселенными, когда попыталась растянуть сюжет «Отряда самоубийц» на много-много-много сезонов, и где игра эта, собственно, сейчас находится. Если мы говорим про Mortal Kombat, куда более именитую и важную франшизу, то последствия могут быть еще более плачевными. И вот мы живем в такое уникальное время, когда с засилием нейросетей можно совершенно серьезно, абсолютно без приколов задавать вопрос, который будет риторическим, но все-таки. Вот сюжет к этому дополнению, его писал человек с определенными способностями, предпочтениями или нейронка. Потому что все, что происходит на протяжении 2 часов катсцен, не считая битв, это просто чистой воды абсолютный рандом, который вот буквально по принципу что-то добавит. Если сравнивать с фактически шедевральным дополнением к Mortal Kombat 11, который последствия с Шансунгом, с альтернативной временной линией, с возможностью взглянуть на уже упомянутые события, то есть тем самым не перегружать художников, уже используя имеющиеся ассеты, просто там чуть-чуть их дорабатывая. В то же время с колоритными персонажами, с вменяемым, насколько позволяют сюжеты про путешествие во времени, сюжетом, с лором, с колоритными актерами озвучки, которые, собственно, своими голосами оживляли персонажей. Здесь нет, здесь у вас есть Сайрекс, Сектор, который выглядит одновременно как какая-то пластиковая игрушка желтого-красного цвета с закосом сенсоров по Тони Старка. У вас здесь есть Нуб Сайбот, который с недавних пор, ну, он, понятно, что в мультиплеере имба был долгое время, но здесь он какая-то сверхъестественная имба. Здесь есть несколько еще не введенных гостевых персонажей. Это Ghostface, это Conan Варвар, это Т-1000, они как-нибудь потом. Это несколько анималити, ну, собственно, по одному для каждого персонажа. И все. То есть сюжет чистой воды рандом. У вас в конце прошлого сюжета выяснилось, что новая глобальная угроза — это Хавик. Колосс Хавик, Титан Хавик, Титан Времени Хавик, Хранитель Времени. Некое существо, которое, согласно хавиковской концепции, хочет сеять хаос. И вот это самый скучный, самый дебильный, самый архетипичный шаблон злодея. Злодея, который хочет сеять абстрактный хаос. Для Mortal Kombat звучит логично, потому что им всегда особо поводов подраться не нужно было. Но здесь у вас есть босс, который, спойлер, в конце даже достойного босс-файта не получает. У вас не появляется новых архетипов. Да, у вас есть теперь Джонни Кейдж, который выглядит как боец из Вьетнама. У вас есть Рейн, который типа как омаж к Рейну из 10-й части, который стремился захватить королевство. Все. Ничего интересного. И если так подумать, 2 часа ориджина персонажа, то есть превращения Саб-Зиро, каноничного Нуб Сайбота, учитывая, как развешаны чеховские ружья, это форменный дурдом, это смотреть невозможно, это играть невозможно. Единственное, кого хочется похвалить и кого трудно обвинить в том, что они прибегали к нейронкам, это тех, кто занимался анимацией, потому что текстура мимики, лица, всякие текстуры с текстурами, то есть свет на коже, они прям сделаны классно. В остальном, это настолько дешевый проходной шлак, что, ну, самым главным показателем будет это антагонист. Про антагониста можно говорить вечно, но тут конкретно все реплики Хавика делятся на 2 типа. Это или абстрактное «я захвачу мир, вам всем кирдык», или просто «ха-ха-ха-ха-ха-ха». И так там строчку диалога 2 или 3. Поэтому, резюмируя, можно сказать, что если такими темпами продолжится сервисная поддержка Mortal Kombat 1, большая часть лояльной фанбазы такие отвалится. Поэтому будем надеяться, что в следующий раз нам ведут куда более вменяемую историю, куда более значимых персонажей, ну и все это будет выглядеть гораздо лучше. Такими темпами через год в 4-м сезоне мы с вами об этом поговорим. А мы идем на следующую рубрику. Продолжая разговор о франшизах, у которых в последнее время все не слава богу с продолжениями, мы поговорим о трансформерах. В этот раз о мультфильме с подзаголовком «Transformers One». Откровенно говоря, говорить про трансформеры значительно приятнее. Во-первых, потому что с этой франшизой меня связывают исключительно теплые воспоминания, несмотря на сомнительное качество последних фильмов. Это все еще одна из любимых франшиз, это все еще одна из любимых серий коллекционирования игрушек каких-то. Но и вдобавок мультфильм получился на самом деле прикольным. У меня есть с ним несколько личных проблем. Во-первых, с тем, что в обилии трансформерс-версов у меня есть одна любимая конкретная.
И это ей несколько противоречит, как приквел. Ну и потому что мне не очень нравится вот эта вся концепция каких-то слишком разноцветных, слишком радостных, слишком игрушечных персонажей без какого-то сурового контекста. Но надо отдать должное, мультфильм пытается. Прикольный. У него есть один недостаток, который не вина фильма, это скорее вина, наверное, продюсеров. Потому что фильм ощущается анимационный как спешл какого-то сериала, хорошего сериала, дорогого, красивого, с конкретной сквозной линией, но в нем отсутствуют какие-то значимые куски, которые имеют значение для истории, которые ты никак не впихнешь в имеющийся хронометраж, но который было бы неплохо раскрыть. У вас есть несколько шахтеров, это, собственно, Д, который станет Мегатроном, и это Орион Пакс, который станет Оптимусом Праймом. И они живут, они друзья, и это, собственно, мультфильм Origins, как появились автоботы, как, спойлер, появились десептиконы, и как два лучших друга стали друг против друга биться и бьются уже до сих пор во всех имеющихся медиа в этой огромной франшизе. Как-то с точки зрения истории прикольно. Здесь есть опять Sentinel, он здесь опять гнида, спойлер. У него очень классный меч, который они позаимствовали напрямую из третьего фильма, правда, у него тут еще и анимация раскладывания классная. Здесь есть многие знакомые роботы по сторонним медиа, причем в узнаваемом облике. Здесь есть отвратительный Бамблби, он раздражает просто до невозможности. Видеть его — это просто пытка. Я начинаю понимать, почему в большей части медиа Бамблби молчит. Я начинаю понимать, что мне это очень-очень нравится. Здесь есть Элита совершенно интересная, здесь есть Sentinel, который, ну, да, прикольный как антагонист, но все прекрасно понимают, кто выступит настоящим антагонистом фильма, поэтому Sentinel — это так, затравочка, катализатор. Катализатор для Мегатрона, конечно же. Это лучшая часть фильма. Вот у фильма есть очень интересный... Я говорю уже о нем как о полноценном фильме, да будет так. У него есть две таких полярных точки. Оптимус, который хороший, здесь максимально плох. Мегатрон, который плохой, здесь максимально хорош. Оптимус относится к той части персонажей типа Гэндальфа, типа Дамблдора, которым Ориджин не нужен. Они хороши, появляясь в своих первоисточниках, как такие источники мудрости, источники базы, у которых нам не надо знать предыдущую историю. Они круты и все, нам не надо знать, как он к этой крутости шел и лажал по пути. Потому что тут, что Оптимус не скажет, это кринж, по большей части. Ну или что-то более-менее адекватное, но все еще звучащее как кринж. В этом смысле он ощущается максимально неловким. Мегатрон на этом фоне гораздо круче. Как у него классно передан стиль. У него гексагональные глаза, и они у него постепенно меняются по ходу фильма от желтых к канонично-красным. Вообще классная идея с прогрессией, потому что роботы на протяжении всего фильма обрастают какими-то деталями, переходя к своим вот этим совершенным покемоническим формам в самом конце. Это круто. Мегатрон здесь брутальный, жестокий, у него есть мотивация, у него есть образ для подражания. Понятно, собственно, почему его зовут Мегатрон. Я, на самом деле, не задавался этим вопросом, но прикольно так-то. И вот их химия с Оптимусом, она ощущается. Да, здесь отсутствуют какие-то куски, потому что Старскрим ни с того ни с сего вместе с Шоквейвом и Саундвейвом стали какими-то бывшими экс-гвардейцами, которые сбежали. Ни с того ни с сего трансформером вырывают эту шестерню трансформации при рождении. Это все какие-то сторонние мелочи. Вот, все праймы выглядят как какие-то странные фриковатые игрушки без общей визуальной модели. Это все мелочи. Мегатрон шикарен. Вообще, если говорить про лор, в трансформерах Прайм была наиболее приемлемая лично для меня концепция, потому что меня все еще смущает вот эта идея, что они были как братья, они были равны. Это поэтично, этим пользуются многие медиа, тоже ниндзяга, если мы вспомним что-то больше франшизное, где там Вугар, Мадон, они были братьями-ровесниками. Нет, в Transformers Prime было представлено гораздо круче. Орион Пакс был клерком, который оказался в нужное время достойным и стал Оптимусом, а Мегатрон с самого начала был таким жестоким, брутальным гладиатором, который, собственно, из-за своей жестокости жаждал реформ, и его не оценили, и он начал бунтовать. Здесь вот эта их наивная дружба смотрится не так круто, не так драматично, без какого-то личностного кризиса, но очень хочется верить, что у мультфильма, у него будет будущее, потому что потенциал есть, очень красиво передана природа Кибертрона, вот эта дикая поверхность, очень прикольные робо-звери, как в Хорайзене, сами роботы довольно прикольные, кроме Бамблби. Так что будем ждать что-то связанное с этой франшизой дальше, вообще с трансформерами один в дальнейшем, и это довольно приятный сюрприз, на самом деле, если так посмотреть. На этом, на такой доброй, положительной, очень преисполненной надеждами ноте наш выпуск подходит к концу, и мы плавно двигаемся к финалу. На этом наш выпуск на сегодня подходит к концу. Вам не передать, насколько приятно снова очутиться в эфире, воплоти, так сказать, учитывая специфику последних выпусков. Но, знаете, все продолжается, мы с вами, вы с нами, а значит, через неделю мы увидимся на Универ ТВ с новым выпуском Вымпела. До новых встреч!